блядь. Сколько у меня просмотров? А о канале 10. Ну нормально. Так. У меня, знаешь, 4 стрима сделал, да? Да. Я сам первый 4 стрима. Первый стрим 58, смотри, второй 33, третий 33 и четвертый 44. О, стрип у меня класс. А как там? Во! Вот это моя самая охуенная вроде бы песня. Я не знаю, ее так долго делал, это пиздец, я так заебался. Я нахуй все эти перескачивал. Эти в это скинул, ка. Я, короче, все паттерны переискал нормальные. Посрёк у битмейкеров сделать правильно. И сам сделал. Ну там столько надо было скачивать, это пиздец. Там, короче, еще и полосы надо было делать. Под... Знаешь, сколько это паттернов было? Угадай. 20, пусть будет, ладно. 44, блядь. Я... Хуйню искал, знаешь, типа тун-тун-тун-тун-тун, чтобы левое правуха, это так тяжело было. Я только на это один день сцепил. Но так не знаю, мне нравится. Сейчас возьму себе снюсика. Твоих паршивых. Будешь? Я будь счастливый. Твое сердце птица, твои грудные клетки. Ветку светки. Так, я. Ветку. Я знаю, что я сделаю. Светки на ветку. Твои слова водится. Так не годится. Так. Водится, водится. Так не годится. Слава водится. Так не годится. А, блядь, стоп. А как сделать другую фотку? На стриме? Да. Ещё я скажу, ты же в СЗ, что ли? Да. Включи демку, я не скажу. Вон, так, вон, пониже. Слева, выше чуть-чуть. Правее. Да не-не-не-не. Правее. Вот. Вот там три точки эти. Все, спасибо. Сейчас будет пиздатенько. Меня поставишь, что ли? Не. Сука. Блядь. Ай, сука. Ты же видишь, да? Видео? Да. Как тебе? Не понял, что поставил. Не-не, ты видишь? А, зайди в видео, и там кс-очка, и будет фотка. Джаз. Ладно, вообще я не это хотел поставить. Просто я увидел, нахуй. Я не сражался. Как? Так? Заебали мы вкусно. Да? Ты, сука, еще это мне там. А, ты меня снимаешь? Все.
вместе с Эмилем смотрим мой стрим. Сука, я со смехом играю. Я думаю, да? Сука, ебаюсь свои стримы смотреть. Это как-то плохо на мне отражается. Блядь, завтра у меня стримчик. Я уже вспотел, у меня голова заболела. Бля, реально. Я когда-нибудь сделаю стрим, бля, 24 часа сплю. Челлендж еще подпишу. Как тебе? О! Всем зайдет. Сука, уйди нахуй. Эмиль. Чек. Сейчас у меня 1000 просмотров будет. Только удочерили. А Наталья Тихонова говорит, что это произошло 51. По документам 48. Ну вот видите, говорит, она Тихонова 51. Ой, да неинтересно. Ой. Как я раньше буду делать? А, нихуя, что ты ебашишь? Фараон. А это типа твои скачанные, да? Да, я хочу попробовать пройти. Ну на хардах не пройду точно. На мышке особенно. Это попробуй мне потом это попробовать другие деньги на подсказку перекинуть. Сможешь? Не знаю.
кипиш. Нормально такое. Это Наруто опенинг. Второго сезона. Это кому? А чё, я с мышкой? Чё с мышкой? Это кому? Чё было с мышкой? Чё? Это кому говорил Наруто? Тебе. А, я вообще, я видос смотрел. Другой пас. Может, пассиве попробуем? Не хочу. У пас варика вообще нету. Окей, значит, сделаю вот так вот. Оп. И попробую. Поиска. Нихуя, Эмиль. Может, Супер Марио походим? Попроходим. А тут две двоих. Эмиль, кстати-ка, не хочешь, а Left 4 Dead проходить? Нет. Проходил? Мне просто интересно, мне игра. Террария. Разве в Террари... Ой, в Dead Space 3 уже вдвоем играть? Не знаю. Saints Row, Arma 3. Хрень. Ты там тыкаешь. Эмиль, сори. А Sea of Heavens, как-то так. Короче, про море. Игра. Так она вроде платная. Типа ее можно скачать. Ну за что вернусь к ней, значит. А, так, что еще тут?
все ебало чешутся. Да, у меня рука и... Знаешь, нахуй, как будто... Ой, целый день лучше чесать как-то и все. Как будто так и хочется. Блять, рука болит. Есть Left 4 Dead 4? Не? Ну, вот это вообще версия вся моя. Понял. Чё, может попробуем этот? Про море? Это самая игра, там где крабиков еще можно собирать вроде, да? А, не знаю... Не, там раз вроде бы великолепно продумано... Ой, Raft. Великолепно продуманная песочница с огромным открытым миром, в котором вы и ваши друзья да можете... Ну, короче, скажи мне, чем мне пройти, пожалуйста? Я уже не знаю, чем мне пройти. В смысле? Из игры? Ой, я уже, кстати, да, не посмотрю. Владимир Лайф. Интересно. Типа на двоих или как? Слишком сложно, я тут думал. Я просто не знаю, что пройти. Вот это такая сложная. Чё, хуё? Вот это чё? Это игра, блядь, 60 гигабайтов. Какая? Вот это, про которую я говорил. Воду? Сел вот Хелес как-то так. Я не буду в ней играть. Я тоже. Не буду ждать столько. Чё мне, блядь, сыграть? Я не знаю, какую песню. О, это Бока на пика. Знаешь, какой Бока на пика? Кто? Чё? Короче, да, я привез свою самую любимую. Я не смогу пройти, наверное, мне такого уже будет писать. Я в эту хрень-то вообще не играю. Я просто карту говорю, иди мне. Проходи. Проходи. Сделаю вот так. Я знаю, что я хочу пройти. Что? Самая сложная карта в Розе. Удачи. Я просто посмотрю, какие там уже карты. На мышке? Да. Хочешь посмотреть? Удачи. Ну, можно. Чтобы обратить, надо как минимум полтора года играть нормально. Нет, даже полгода. Каждый день. По часов 5. Бля, мне страшно нажимать на кнопку. Стой, а у тебя где... А, на этом просто. Сейчас зайду. Я даже сяду для этого, погоди. Я чувствую, это будет потная катка. Я зашел. Давай сделаем. Че это за хуйня, бля? Как это тыкать? Че за кнопочки, блядь? Ты это все запомнил? Я уже устал. Я прошел одну третью карту. Я одну четвертую, одну третью.
8%. Да, на сотку даже никто не подходил. Я не думал, что никто не подходил. Как ты не натыкал, в смысле? Там вроде бы натыкано. Ну хоть на десятку тоже пошел. Руки болят. Нет, если на задавать, то можно, конечно. Как тут, как там проводить надо было, не понимаю. Ну хоть на десятку. Так. Сейчас поищем какую-нибудь. Я? Такого сейчас сложного дорога не было. Так, не... Я прошел. На 1%? Чувак, мне даже очистку дали. Какую? Долбоёб? Задрот, нахуй. Задрот? Ачивка задрот? Так, уж нет. Кто-то писал в чате, я не знаю. Зачем тебе 100 подписчиков? А, блядь, он же вышел, наверное. Потому что, ну, типа, я вот к этому... Ну, если зайдёшь, я тебе говорю. Потому что я к этому уже стремлюсь 5 лет, нахуй. Посмотри на канал. Чизкейк, блядь, о канале. Я 5 лет уже стремлюсь об этом. Я начал стримить 3 года назад. Ну, уже сейчас будет 3 года. Эмиль, я такую лютую игру нашел, ты пиздец. Осу? Не, я здесь буду проходить. Типа со всех насчитываются вот эти, да? Короче, зайди на стрим сейчас и все покажу. Да бог. Да я понял. Блять, поздние руки, блядь, нахуй суд, блядь. Блять, как я его проходил на 60%, я не понимаю. На 60. У меня была, короче. Я с задротами не дружу. Я пароль потом потерял, блядь. Ну типа не знал пароль вообще, я бы который нам его. Блять, это так сложно, нахуй. Мне интересно. Каждый по 2 часа задрачивал эту карту. Мне интересно, ты будешь эту карту стрелять на стриме моем? Ну это пиздец. Какой-то раздел в чат. Ждем. Реклама возраста 18 лет или согласие социального Red Science, которую я не могу ничего сделать, спонсорство возраста 18 лет, более 30 тысяч подписчиков зарядилось. Я не могу, говорю. Возраст 18 лет, но... Например, чтобы подключиться популярно под Air, он потребует всего лишь 50 подписчиков, 1000 просмотров. Посмотри, это еще какая партнерка? Тоже разные есть. А смысл подключения-то? Короче, станет на стриме, если да, напиши. Я, короче, сейчас я тебе спорта говорю. Ну, именно вот это что называется. Только зайди. А, короче, чтобы подключить... Сейчас, короче, покажу. Нет. Аналитику? Да. Понятно. Сейчас.
описание видео, но мне так сказали. Там узнаем орешки. И пончик с мясом. Зованный роту комбата, потому что граната. Моя вода, красная вода. Я не могу ее слушать, мне хочется петь тебе. Че выключи? Пусть это. А мне тоже скинул то, что сколько подписчиков нужно, чтобы зарабатывать деньги. Очень часто новички интересуются, сколько надо подписчиков, чтобы зарабатывать на YouTube, и так зарабатывать на популярном видеохостинге, можно даже всего 10 подписчиков. Например, чтобы получиться к популярной партнерской программе Air, вам потребуется всего лишь 50 Эмиль. И 1000 просмотров. Чем? А ты понимаешь, у меня трансляция, которая 44 минуты назад была, 10 просмотров. Ты крутой, нахуй. А какого хуя? Это может из-за того, что типа ты заходил так часто? Не думаю. Стать партнером. Я? Так ты не сможешь стать партнером. Погоди, не вижу. Ты же лайк поставил. Что-то долго качается. Охули меня на стриме так тихо. Я так сейчас заметил. Б-б-б-б-б. Ебай. Б-б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 . Тема. Нама. Сука. Я вспотел. Чё там? Даже. Ну, давай, скачивайся уже. Я хочу пообсираться. Конечно, сколько уже? 2 часа. Мне кажется, сейчас лично нужен. Пожилую. А ты чё чекаешь? Ты карты хочешь скачать? Пискевич. Блять, она же такая страшная, наверное, эта игра. По фоткам такая игра страшная, мне кажется, я сейчас тут не одну пожилую чечину тоже, вот 3 сразу. Абдул в макаке. Ждем. Так. Может пока что что-нибудь думаю и посмотреть. Может и это посмотреть. Чё за лютый пост? Бля.
Это покруче Борецкого даже. Блять. Все, это пиздец. Я не знаю, мне тебя отключать или нет. Ладно, за что, блять, за что стрим почекаешь, окей? Да, игра лютая, пиздец. Так, сразу рублю, чтобы за что читать комменты. А хотя пусть даже лучше так будет. Потому что я тогда отключу. Так, сейчас, секунду. Сразу на зарядку поставлю телефон, чтобы не отключалось. Чтобы все комментарии видно было. Так. Вот это. Ну. Нет. Да, пусть так будет. Так, я сейчас эту музыку выключу. Игра, как по мне, вообще лютая, как я понимаю. Я не хочу. Тише сделаю. Это вообще люто, как по мне. Чё за хуйня? Чё за дичь? Бля. Ну, двигай. Чё ты хочешь? Пойду к двери. Пойду выйду. Нет? Так. Нужен ключ. Графика, конечно, пиздец. И сам вид вообще. Может, учить найду. Нормальный такой ключ. А как его взять? Найдем вопрос. Б. Е. Р. Т. Где? Как взять его? Не берется. Я хуй с тобой потом возьму. Может, обратно надо что-нибудь там сделать? Чё башка так стучит? Ну-ка, семья обратно. Блять. Ну вообще обосвоюсь нахуй. Что делать? Пожалуйста, помогите. Я не знаю, как ключ взять. Это пизда. Да возьми его нахуй. Может, как-то вот так. Боже, блядь. Сука, только один хоть скример будет. Чё за лицо за мне хоть? Нос можем почесать? Блядь, ты долбоёб? Или... Ты долбоёб! Эмиль пидарас, нахуй. Я тут потею, а он хуйней занимается. Как взять? Но... Кажется ли кто-то ходит вообще? Сейчас, это пиздец.
Вообще, как эту камеру убрать? Я думал, можешь идти с нее так. Блять! Чё за хуйня? С тобой можно подружиться? Давай. Чё, не страшно, брат? Вроде бы. Пиздец. Ну ещё выползет где-то. Это я понял, что надо открыть. И нахуй я подписался. Ну, возьми! Блять. Сука, убери. Я просто не знаю, как тут не материться. Сука, не только напугай. Я из тебя кишки потом достану, когда ты придешь. Ну, откручивай. О. И она там. Ай, блядь. Сука, я лучше вот так сделаю. Иди нахуй, ты сзади. Только один скример. И мне пиздец. Раз ебаный. Заеб. Ну-ка я сейчас кое-что сделаю. Блять, мышка. Ладно. Понятно. Я не смогу Эмили отключить. Это. Бля, где игра-то? А. Нет. А где игра-то? О. Подбодрил? Ты посмотри, какую я хрень прохожу, ты сам попроходи её. Это вообще люто, я тут на... О, два просмотра. И то другой. А? Только, блядь... Окей. Он заебал душа это. Мне кажется, он вообще кто-то... Я пока что не появился. Это хоть радует. А, ну все понятно. Я не знаю, где проходить. А? Ла-л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 а
Ну? Может, ты откроешься? Ну, это, знаешь, это, как сказать, это, короче, такие игры, которые, а, как сказать, ну, психологические. Вот это вот. Я так психологические игры не люблю. Ты еще, блядь, эти мерцания странные. Короче, дают посраться. Ну ты заебал душать, Вася. Что страшного нахуй, просто какой-то хуйня, блядь. Кью. А! Походу там кто-то есть. Чё камеры ты показываешь? Чё с вопросы? Ебать, ты... Иди нахуй. Ну тут по-любому... Ты кто нахуй? Блять! Да пиздец, мне страшно, у меня, блядь, жопа горит. Да смысл под... Может она где... Не, наверное, не там. Где? Как я понимаю, вот это... Чё за... Я не понимаю, чё за хрень, когда вот это делается? Типа не могу двигать мышкой. Может. Ни хрена не видно. Так, ты охуел? Падает туда.
Иди нахуй, горилла! Ты кто, ёпта? Иди отсюда, пылесос. О. Походу не любит пылесосы. Двигает ты что-нибудь? Нет. Блядь! Скример ебаный. Так, это можно открыть, да? А там можно открыть? Кто стучит? Ключ. Тут нужен ключ. Это что? Это попить? Ну да, как раз у меня случайно. А-а-а. Бля, я английский не знаю. Ты охуел? Ладно, не против. О! Возьми... Ну всё... Всё! Это что? Это меня типа могут ёбнуть? Ну давай, ёбни меня. Ты меня ёбнешь? О, сиськи. Блять, ладно. Ладно. А, так. Ну ёбаный в рот, длинные коридоры. А. Да. Да не пищи ты. Ну все, начинается, мне кажется. Я надеюсь, эта игра сейчас закончится. Нихуя, у меня две нахуй. Ты что ты дышишь-то? Не напугаешь меня. Блядь! Напугаешь? Ты чё нахуй, годила? Я чё, с тобой спарринг буду ебашить? Уйди нахуй отсюда. Слышь ты, ничего, вот, уйди нахуй. Это не может, блядь, бежать. Закрой нахуй, блядь. С ним пиздиться надо. А он откроет? Блядь, я тут застрял, да? А, это больки, как я понял, да. Для чего мне... Собственно, вот эта хрень. Стоп, я что-то зафоткал? А. Можем мне хоть прибухнуть? Это пиздец. Ладно, с богом. Вот так сделаем. Это он меня ебашит? А ты застрял, да? А, и что мне делать? Ты... Блять. Я хуй... New game! Тут надо было сохраняться. Сука. Ладно. Тут... Ты, мне никто не сказал, что тут надо сохраняться. Я чё, настолько гений, чтобы понять, что надо сохраняться-то? А она тебя только высветилась. Или погоди. Нет. Только на тебя высветилась. Ну пожалуй. Ну блядь. Ну, меня так бесит эти заставки. Знаешь, когда я не могу двигать. Ну, с тобой вообще не интересно. Ты меня не пугаешь больше. А. Мне бы наслаждаться тут. Так, тёлка, выходи. Я знаю, что ты тут.
Не, игра все-таки страшная, прям в натуре. Всей душой говорю. А, понятно, надо еще залезть, понять, что надо там вот эту хрень открыть. Все, понял. Оп. Я хочу посмотреть, это кто вообще? Это типа человек? А чего у него рот так открыт? Как будто гамбургер из Бокстар жрал. Да мне похуй. Да пошел ты. Сука, будет у меня такое подписчиков, хуй тебя пропиарю. Да выебывайся. Да я шучу. Блять, я не знаю, как этого долбоеба отключить. У меня она типа не двигается, мышка. А, понятно. Стоп. Да. Опять кто-то дышит. Мне это не нравится. От меня кто-то уходит и приходит. Уходит и приходит, я не понимаю. Кто там? Стой, 4 у меня? У меня 2. Значит. Ладно, сегодня убери меня, сделай мне атмосферу. Блять, типа заткнись. В этом плане. Так чё, охуенно проникнуться, типа. А я понял, тут... А, тут тёлка побежит. Давай, нахуй, я за тобой побегу. А, ебай меня подключил. Мне интересно, кто вообще второй сидит? Так, лампочка лопнула. Вижу, он может убить, я понял, ну все, все. А, я понял, тут надо было отмазаться, что убегать, типа. Ну, бежать-то столько. Пава. Так, стоп, Сергей. Все? Только не говори мне. О, сохранилось. Блять, уйди. По виду нахуй. Это ты типа смотришь только стрим, типа не уходишь? Да? Или кто? Я просто не врубайся немного. Фейк-тейп. Фейк-тейп. Так. Все, я бегать могу, я не буду тратить свою эту. Давай трахаться. Пипец долгий. Кто стучит? Не нужен мне никто. Фух. Это. Мне кажется, эту дверь надо было открыть вначале. Мне нужен ключ. А ключ, как я понял, в этой хрени. И как мне его пробегать, я не понимаю просто. Типа как-то так, но меня догонит. А! Только, сука, выйти. Сейчас давай сражу. 2 очка.
Я хочу есть. О! Нихуя. Я пошел. Хоть что-то. Ты какую-то половину. Теперь можешь и дохнуть. Отдохну. Три дня спустя или что-то типа того. Или ничего. Ого. Ебать, он мне кидаться. Это что за сигарета? Ты это видишь? Даже вы. Мне бы такую. Это как сигарета, только больше еще. О! А, я видеоблогер же. О, в натуре. А, сегодня я пью... Ой, пью винишко. Серьезно? Все, давай. Так. О. А камеру тоже могу взять? Сделать просто выйти, что ли? Опа. Так смысл, это ключи нет, почему я не могу взять их? Нихуя ты чихать. Нормальный такой сап. В смысле не могу? А что тут еще это делать? Ключи есть, есть. А, там еще можно пойти. Ой, ну сейчас начнется пиздец. Тут бери ключи эти. Это вообще даже не ключи, а папки какие-то. А я не понял. Ну, вроде игра такая не страшная должна быть. Но она как-то затягивает своей психологии, можно так сказать. Психоделика даже. Так. Она странная, типа. Ты не ожидаешь. Ну, чего ждать, точнее, можно. Да-да-да. Короче, я не знаю, чего ждать и всякое такое. Из-за этого страшно. То скример может вылезти, то кто-то выйдет. Ты еще что-то. Что-то за хрень. Я застрял? А. Ну, блядь, это Эмиль по-любому опять сметаны нажрался и просто это... сделал свое дело. А ты уйди нахуй. Иди нахуй. Ну ладно, давай я к тебе подойду даже. А я не подойду. Ладно, с Богом. А ты добрый? Ну да пошел ты. И все? Он стоит, интересно, там еще. Стоит, ну чё? Ка? И чё? А, типа ключ нужен. Писали быки. Я типа у этого должен браги купить ключ. Или чё? А, или он в туалете. Или он у него. Не, у него какой-то кинжал такой. А. И все, да, и ты на меня это. Цап-царап. Ну, возьми. Да. Я не знаю, как его брать вообще. Куда мышка улетает? Вот это не я. А,
Откуда возьми ключ-то? Челик, подними это. Ключ там и дай мне, пожалуйста. Потому что я не знаю. Какая-то странная игра. Может. О. Слушай, все нормально тебе, да? Оп. 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 Все. Нормально. И у меня. Может, тут посижу? Бля. В смысле ключ? А. Типа назад, наверное. Тебе подойду. Блядь. Ну ты не так страшно, бы я предугадывал, что это как-нибудь будет. Стоп, а теперь, блядь, ебаный. А теперь где, интересно? Опять к этой подойти? Давай еще раз подойду. Типа просто подходить я не понимаю. Что-то вообще изменяется, примерно тут ноги. Да, изменяется что-то. Выкап. Мы челика собрали. А, все. Ну, как сказать? Игра страшненькая вроде бы. Ну и не настолько. Если пострашнее, конечно. Не, ну все равно страшно, так-то. А тем временем я, наверное, тоже пойду спать. Так что...